aangrijpen. Ik wil wel gaan, ja. სასწრელი არის გაკეთებული. მალადეს ბიჭო რო კარგი ნამუშევარია. ჩაგეფოლა ფუტიანი. ბაღში გადაგვიწყებ თანხმს. არ უკითხოთ მასწავლე და მეგობრებია თქვა? კითხოთ. რა ასე გინდა მეგობრებია. ისე უხლი არ გამართლეთ უცოთი. არა. ფუ. კაია თქვია ხომ მივდევარ ხო? Маград. Сейчас мы говорим о опыте. Вместе с районом Софел Латалис, мы садкомем там, там мы видели Софели Печо, да, Палис Кеди, а Калис Кам Опихази, Сайдена Цицкова, Палс Земо Суанети. Бог вас могла сказать, Суанети, Опа Орнатила, Палс Земо, да, Палс Кемо Суанети, Софел Латали, да, Нецова, Палс Земо Суанети. Я хочу, мы можем быть вместе с Акен, да, вот Валерий, вместе с Ашик Ошкепс, Алта Хацволши, да, Шемдек Ужгули.
დავით იყო დავით მე ამაში არ იყო მეგობრებო, ჩვენ ახალ ტურისტივა. მესიაში ვიმყოფებით ლანჩვადის ქუჩაზე, ყველაზე ერთ-ერთ მაღალი კოშკის წვერზე ავედით და გადავიღეთ ხედები მთლიანად მესტის. ბატონო, კიდევ გადავიღეთ ჰაწვალისკენ მიმავალი გზა და ახლა დავთვალიერებთ მესტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმს. Музыке в этнографическом музее гиды. 25 лари платите за гида и смотрите 5 лари вход. Здесь 3 лари включаются просмотры. Если вы хотите, я вам объясню по-русски немножко, где вы находитесь. Сколько надо платить? 3 лари один человек. Студенты учащиеся, ну, у вас, наверное, такие есть? Нет, мы студенты. Студенты учащиеся лар стоит. Значит, сейчас вы смотрите традиционный комплекс, башня и дом, с 12 века все. С 14 века это то, что сохранилось из мебели. Одна семья здесь жила, 25-30 человек. В этом кресле сидел Махши, хозяин сванской семьи. Здесь сели мужчины, женщины, дети и уважаемые люди, старшие гости. Здесь находились животные. В домах сваны держали зимой животных. Эти животные заходили вот через ту дверь, вход у них был свой отдельный, и находились они 4 месяца в году максимум. Эта комната, где вы сейчас находитесь, называется Мачуби. Ага, да, это такой термин, комната, где жили люди. Так как Сванетти это высокогорный район, поэтому зима здесь была более холодная и долгая. И этих животных сохраняли. Еще от них шло тепло, это было отопление. Люди спали наверху зимой над коровами. Когда наступала весна, всех животных выгоняли, они находились в горах, а люди поднимались и жили на третьем этаже. Эссахли сами сартули. Три этажа, потому что это была богатая фамилия. Дарбаси это третий этаж, зимой там хранили тива, вот отсюда его бросали. Кидали, потом клали, а летом они там жили. Эти сартули подвали. В подвал попадали вот с этой комнаты. Эсмарани, мацевари, да? Здесь хранили продукты несколько дней в течение, нескольких дней в зимнее время, а в подвале продукты долгое время. Это для сушки лори. Это скирис, для ценностей. Это же буфет, шкаф для чурчели, для посуды. В центре комнаты горел цецкий, да, вон. Здесь еда готовилась, и тепло зимой шло. Сваны вот такие камни клали сверху, это сланцы, породы камней, которые очень часто использовались при строительстве, ему покрывали крыши. А в этом случае это была плита, сковорода, его клали тонкий, и этот тонкий камень быстро накалялся огнем снизу, и на нем все жарили, хачапури, кубдари, хлеб и мясо. Это 100 варцли, 100 разнос для вареного мяса. Туда клали вареное мясо, да, а мясо готовили, до сих пор готовят грузии мужчины, это традиция. Мужчины, два мужчины брали этот разнос и разносили, если махши или с тумрами, его ставили как магида, как стол. Это кедубани для ткрили. Вот это называется саквар, люстра. Такие саквары освещали помещения, их вешали по углам, их было несколько. Туда клали сантели, называемые квари. Квари, которые имеют смолу. И когда их поджигали за счет смолы, от них шел очень приятный каргисуни запах. И этот запах, весь плохой запах перебивал в доме от животных. Благодаря этим квари в доме была ароматерапия, дезинфекция. Смола это считается антисептиком. Это были ароматизированные традиционные сантели. А вы располагаете информацию конкретно, как им фамилия принадлежала на это помещение? Ну как же, это комплекс Маргиани, вы же прочитали? А, комплекс Маргиани. Комплекс Маргиани. Это фамилия, она по сей день живет в этом бане. Да, я знаю. Наверху от хикошки, сосоплавы, клеси, это все сагвэраули. Но это дом с 1970 года, он уже как музей, потому что это время, когда он был продан. Государство его купило, так как это уникальный дом, три этажа свана очень редко строили. Здесь все было в комплексе, это здесь была налоговая яма Делеги, это тюрьма. Один из подземных туннелей сохранившийся, и место само. Поэтому это уже государственный музей. Ага, понятно.
Вы можете посмотреть еще первый этаж, он тоже сохранился. Просто вы сейчас не спуститесь, и там дверь открыта, свет включенный. Вы зайдете, вход сделан для туристов. Раньше они попадали с Марани. Сами Сартули он оставлен, там ничего нету. Башню вы смотрели уже. На первом этаже. Ჩვენ მესტიაში მარგენების საგვარეულო სახლში, რომლებიც იცნობოდნენ დიდარ გავლენიან ადამიანებად სვანეთში და ვათვალიერეთ მათ საცხოვრებელ სახლს. ვიყავით ექსკურსიაზე ძოლთან ერთად, გილთან ერთად დავათვალიერეთ დარბაზი, სადაც ყოველდღიური ცხოვრება ჰქონდათ ოჯახის წევრებს, ერთმანეთთან საკვებს. Замтарши, а так и руки добинали были, и сада тизине бнен да, а вот говорю, что опять скоро будет скоро покондат. Я хочу обобить, ану сахлис, это дом адвалши. Როგორ ახართ, როგორ? ესა მიესა. Цюльпасо Толема Ураблебо, опыт Местия Станахлос, Хатвалши, Самтурис Сатхиламуру, Сатхиламуру, Курорце, Садацарис Самтурис Сатхиламуру, Расага Гетембули, Далиан Соплио Донис, Роткват, да, Акрединарио Самтурис Сатхиламуру, Курорце, инфраструктуры, Гамитарис Процесс, да, Далиан Ламазия Хатвали, Ак Адре Самтарши Вардам, опыт Садац. Хай, чё ты? А по пиорията с Тертметцел, сам Тарши. Да, патара ори датвис бели дарго, да патара бавшевси. Сыкалдат, вошина уре булилу, ач бельден, та не тамаше бабнен. Ломазе сият гилият, залиян само тхешиот практикулот басули шейлы байт хвас. Огра чуэн Клаудиор, тегрет вода бул канат казе. Самто садхи ламулу трасазе, хат валит сур сайданас тели суанати мош части тас. Рой бит. Хат валит самто садхи ламулу курот из полазе умагле сиятили саген канат ки сашвалы бит. Ану канат ка игрет вода були, когда сад гилебели сашвалы ба.
აგერ ხედავთ პატივცებული მოხალაქეები მუშაობენ სექტემბრის დასაწყისში სვანეთში ძალიან ისეთი მასას თიბვა ეწოდება თიბვაზე მთელი სვანეთი ირაზმება და ერთად მუშაობენ ძალიან ისეთი სახალხო საქმე არის ეს და ცნობილი სვანეთში და ესე ერთმანეთს ეხმარებიან ადგილობრივი მოხალაქეები და ზამთრისათვის ამზადებენ ძროხისათვის სასილოსე თივას აი ხედავთ რამდენი უცხოელები არიან ჩამოსული ისრაელიდან, რუსეთიდან, უკრაინიდან, ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოებიდან, ბევრი ტურისტია ჩამოსული მესტიაში. მესტია ძალიან პოპულარული გახდა სოფიოს მასშტაბით და ბევრი სახელმწიფოდან ჩამოდიან ვიზიტორები და ტურისტები ნახულობენ ამ სილამაზეს. ასე სვანეთი ქვია. მაგარი დაკეთია ხელით. ო. ბიჭო, იგენის ვახინო კანტაჩი. კანატკა, ანუ პრინციპში შეიძლება თქვა საბაგირო, ხო? უნდა თარმოც საბაგირო გზა. აიო, მოგესალმები უშმულის მწვერვალიდან. Siamo mesceni qua. Ma io se pido tu te come va? Eh? Se pido tu te come, ti vanno a botto. Ma fanno te la magari. Hazzalis, quella del Magal Tertils. Da ciao di vart, se fundabit mesti esci. Esas ალპური ზონის ის ნაწილი, სადაც თოვლი გადნობას წლამდე ვერ ასწრებს. საერთოდ. დიახ, რა თქმა უნდა, სვანეთის მწვერვალი თეატნუნდები და მოიხსენება სვანეთის ტერიტორიაზე არის ორი უდიდესი მწვერვალი თეატნუნდი შხარა. შემდეგ იქეთ კოდორის ხეობისაკენ აფხაზეთში არის მარუხისა და ქლოხურის უღელტეხილები, რომელიც სვანეთს აერთებს ჩრდილო კავკასიასთან, ყაბარდო-ბალყარეთთან და ჩერქეზეთთან. რაღაცა კეთდება. ჩა. აა, მოჩა ბახი. ერა, მოდი, ეს აკლეზე გიმოდი. აა, რა იქნება ის?